В нашем городе много достопримечательностей, и одна из них знаменита на весь мир. Это всеми любимая команда по мотоболу «Металлург». И не случайно 19 июня открытие чемпионата России по мотоболу прошло у нас в городе. Этот день для жителей города стал настоящим праздником. Торжественные обстановки нашим мотоболистам были вручены медали чемпионов Российской Федерации и присвоены звания мастеров спорта 1996 года. И уж, конечно, всех тронула сцена прощания Владимира Артюшкевича с большим спортом. Он играл в команде «Металлург» с 1982 года. Ему были вручены памятные подарки, и под аплодисменты преданных болельщиков он проехал на своем железном коне круг почета. Первую игру чемпионата наша команда провела с командой «Колос» из Ипатова и без труда выиграла у них со счетом 12-3. Мы приглашаем всех на стадион поболеть за нашу команду.